Для приготовления вкусных сочных котлет необходимо мелко нарезать 200 грамм лука, репчатый лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. К луку добавить 2 зубчика мелко нарезанного чеснока. На мелкой терке натрите 500 грамм картофеля. Картофель лучше брать рассыпчатого сорта. Обжаренный лук и чеснок переложите в миску для остывания. Натертый картофель переложите в миску. Добавьте обжаренный лук и чеснок. Добавляем 500-700 грамм любого фарша. Одну столовую ложку майонеза. Чуть больше 1 чайной ложки соли. Пол чайной ложки перца. И пол чайной ложки копченой паприки. Если у вас есть зелень, накрошите ее мелко и также добавьте в фарш. Хорошо вымесите фарш до однородности. Можно его немного отбить. Формируем наши котлеты. На разогретую сковородку с растительным маслом выкладываем наши котлеты и слегка обжариваем с двух сторон, буквально по 2 минуты с каждой стороны. Обжаренные с двух сторон котлеты выкладываем на противень и выпекаем 30 минут в разогретом духовом шкафу при температуре 180-200 градусов. Пока котлеты запекаются, приготовим соус. В масле, оставшемся от обжарки котлет, обжариваем 1 столовую ложку муки, 2 обжариваем до золотисто-коричневого цвета. Добавьте 1 стакан томатного сока или 1 стакан кипятка с разведенной 1 столовой ложкой томатной пасты. Хорошо перемешайте, добавьте соль по вкусу и проварите до закипания. Наш соус готов. Через полчаса наши котлеты готовы. Чтобы котлеты пропитались вкусом и ароматом, накройте фольгой на 5 минут. Наши пышные сочные котлеты готовы. Можете подавать их к столу. Вот такие красивые они получаются в разрезе.
Я вам желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.